Всем привет! Меня зовут Олеся, и вы на моем канале. Данное видео будет посвящено пряже туфи от Camtex. Это премиальная серия 350 метров на 50 грамм с интересным составом. Нейлон 14% и нейтрон 86%. В руке у меня цвет голубой 0,15. Вот такая ниточка, очень приятная на ощупь. Давайте почитаем сразу с вами этикеточку. Итак, рекомендации у нас по спицам и крючкам 2,4. Далее, никакой машинной стирки, только ручная стирка при 30 градусах. Также не использовать никаких отбеливателей, нельзя отпаривать или парить, да, придавать форму. И использовать только щадящие средства для стирки, а также сушить в горизонтальной поверхности. Итак, давайте с вами поговорим о составе. Что такое нейтрон? Нейтрон – это прочное синтетическое волокно с шероховатой поверхностью и матовым блеском, по внешнему виду и свойствам напоминающее шерсть. Единственное, что оно превосходит по прочности. Вот, в России данное волокно производится с 1963 года. Другие названия у нейтрона – это акрилан и орлон. В США его так называют – орлон и акрилан. То есть, если вы видите такие названия, то есть у вас должно возникать сразу, что это нейтрон. Также это кашмелон в Японии, куртель в Англии и дралон в Германии. То есть это абсолютно одинаковые вещества, скажем так. Просто под другими названиями. Вот. Нейтрон у нас производится из полиакрилонитрила. Это продукт, получаемый методом поляризации акрилонитрила в присутствии катализаторов. Ну, это, в общем, химические процессы, которые, в принципе, нам, вязальщицам, не очень-то интересны. Нам главное, чтобы было хорошо и комфортно вязать и потом носить. Вот. Итак, если мы говорим о свойствах, то в первую очередь это прочность. А если мы сравним с хлопком, то уступает полиамиду и полиэфирному волокну. В мокром состоянии прочность не теряется. А низкая теплопроводимость является самым теплым в мире синтетическим волокном. Мы сейчас говорим про нейтрон. Хорошая растяжимость, высокая упругость. Давайте сразу это посмотрим на образце. Образец я вязала спицами 3,5. Ажур держит восхитительно. Образец уже прошел влажно-тепловую обработку. Тянется он просто чудесно. Это просто. И тут же он приходит в норму. То есть это огромный плюс, я считаю. После ВТО, сами знаете, как я его провожу, он немножко распушился. В данном случае я в машинку не отправляла на купание, а стирала ручками. Стирала. По поводу усадки. Усадки не произошло, и меня это очень обрадовало. То есть, если вы вдруг постираете или ошибетесь там в петлях, то не бойтесь, что у вас изделие сядет. Опять же, обязательно отвяжите образец побольше. Средняя степень сминаемости, то есть, в принципе, распрямляется достаточно быстро, как мы видим. Колом оно не стоит, очень мягкое. И после ВТО, вы знаете, как мне показалось, стало еще мягче. Вот, что еще можно сказать? В принципе, все такое вам рассказала. Что еще? Вязать можно все, что хотите из данной пряжи. Еще раз давайте проговорим, что отлично держит форму, не скатывается, приятно к телу. И абсолютно не колючая. Вообще не колючая. Ну, тут, в принципе, и колоться нечему. Вот, что еще можно сказать? Это цвет персик. После
влажно-тепловой обработки не потускнел и вода не окрасилась. Возможно, что синий цвет немножко даст, но это нужно проверять. В принципе, если мы сейчас намочим палец, в принципе, если бы оно линяло, оно бы линяло сразу. Нет, ниточка, краска, вернее, закреплена хорошо, и это радует. Так, подойдет она прекрасно для шалей, так и для теплых свитеров, шарфов, шапок. Вот, я уже начала вязать себе, в общем, давно у меня было в хотелках, начала вязать филейной вязкой, в филейной технике. Это будет платок. Крючок я взяла номер 3. Номер 3. Вот оно вяжется абсолютно хорошо. И за крючок оно абсолютно не цепляется. Вот, если сейчас я вам провяжу, чтобы вы поняли, да, о чем я говорю. Раз, два, три. Сразу, да? Чтобы вы поняли, о чем я говорю. То есть вот, девочки, кто вяжет крючком, вы вполне можете брать эту пряжу, не бояться, что у вас не получится ею вязать. Головку крючка не цепляет, хорошо скользит, приятно вязать данной пряжей. Поэтому лично мое мнение, ее нужно брать и пробовать. Даже на какие-то легкие такие безрукавочки можно взять, на рубашке связать, сейчас они актуальны. Вот, видите, прям легко по крючку скользит. Единственное, что крючок, я уже это проверила, не терпит распускания из данной пряжи. Если в спицах она еще распускается, то в крючке будьте осторожны и внимательны при вязании, потому что данная пряжа в крючке не терпит распускания. Вот, будет у меня персиковая шалочка, скажем так. Филейной техники. Вот я повязала немножко, показала вам, что она крючок не цепляет. Так что, девчонки, только вам решать, вязать из нее или нет. При этом в крючке она тоже колом не стоит, не скрипит в вязании. Мне очень она понравилась. Я вам всем ее рекомендую. Так, возможно, что когда выйдет видео, уже этих цветов не будет, но тем не менее я вам их еще раз покажу. Это вот голубой 0,15. Посмотрите, какой он. И мне нравится, что тут ниточка вот такой крутки. А, похоже чем-то на ровничную. Тут даже крутки толком нету. То есть просто вот цельная такая нить идет. И мне это очень нравится. Ажуры, конечно, эта пряжа очень любит. Прям любит, девочки. Поэтому не бойтесь из нее вязать. Это вот Василек. 19 цвет. Так, персик я вам уже показала, и образец у меня из персика. Так, если нужна схема, я вам ее дам в сообщество, попробую завтра закрепить, посмотрите. Очень легко вяжется этот узор, ненавязчиво, разобраться может любой. Вот реально она вот после ВТО прям стала воздушной. Так, дальше идет цвет шампанское 0,31, вот такой вот он, посмотрите, красавчик. Далее идет, голубой я вам показала, пудра мне тоже нравится, очень нравится. Пудра 0,67, оно как беж или серый, пытается камера его передать. На самом деле, девочки, это пудра, не могу вам поймать цвет, вот так может быть. В общем, это пудра. И мой любимый цвет — это мята. Почему я вдруг решила вязать персиком? Ну, не знаю, захотелось в этот раз что-то связать персиком, потому что у меня паутинка в таком цвете будет, поэтому это светлая бирюза 0,23. И спасибо, девчонки, тем, кто отозвался и кинули мне схемы по вязанию стуфи. Спасибо вам большое, вы прям золото у меня. Если вы вязали с данной пряжей, буду ждать ваши комментарии. И вообще, что вы думаете по поводу такой пряжи. Все, всех целую, обнимаю, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Все, целую, обнимаю, пока-пока.